здравствуйте, дорогие друзья и подписчики. Сегодня хотелось бы с вами поговорить, вернее, сделать краткий отчет. Машинка пробежала уже 30 тысяч, вернее, 29 с половиной тысяч. Хотелось бы подвести какой-то итог к этому километражу. Вот. Ну, начнем, наверное, с внешнего вида. Внешний вид автомобиля ни в коей мере не изменился. Лакокрасочное покрытие осталось на должном уровне. Давайте сейчас пробежимся. Единственное, что пришлось подремонтировать, это лакокрасочное покрытие на фарах. Оно начало облущиваться, поэтому в Днепропетровске, в студии Detailing, было возобновлено покрытие на фарах, поклеена полиуретановая пленка. В плане скрипа петель дверей петли не скрипят. Как задних, так и передних дверей. Все работает без заеданий. Сейчас включим зажигание. И мы с вами посмотрим километраж. Вот 29,586. Так, приборы. Приборы все работают исправно. Датчики охлаждающей жидкости. Датчик бензина. Check engine. Не срабатывал ни разу, слава богу. Вентиляция, кондиционирование. Система охлаждения, отопления. Противотуманки, приемник, печка, бардачок. Все закрывается. Панели пластиковые, но при движении не скрипят. Передняя панель из мягкого пластика, что очень радует. По нашим украинским дорогам машинка ведет себя замечательно. Зеркала не потеряли своей эффективности. Лобовое стекло за период эксплуатации не затерлось дворниками. Далее хочу сказать особую благодарность коробке передач. Она умница, хорошо работает, без заеданий, легко, мягко. Красота. Ручничок. Ручничок тоже отлично держит. Трос не подтягивался. В плане обивки сидений и самой формы сидений. Как передние, так и задний ряд. Все находится в отличном состоянии. Обивка потолка. Все замечательно. Недаром фирма Jack сотрудничает с Hyundai. Это сказывается на качестве. Хотелось бы еще отметить про руль. Тут, конечно, не кожаная оплетка, но потертости на руле нет. Довольно-таки хорошие материалы используются. Приятные на ощупь, замечаний к ним нет. За время эксплуатации автомобиля были проведены в основном все регламентные работы. Это регулировка света, замена масел в коробке, в двигателе.
замена тормозных жидкостей, замена тосола. Вот, была проведена, значит, регулировка передних углов установки колес и развал задних колес, что очень немаловажно. Хотя бы раз в сезон проводить проверочку и регулировку. Ну и немаловажный аспект — это чистка дроссельной заслонки. Хотя бы раз в 10 тысяч открывать и смотреть, как же все-таки она себя там чувствует, загрязнилась. Почистить, продуть, промыть. Но есть один важный момент. После разборки и установки дроссельной заслонки мы, естественно, отключаем аккумулятор и снимаем фишку с дроссельной заслонки. После этого дроссель нужно обучить. Как обучить дроссель? Я вам оставлю ссылочку в описании. Там довольно-таки подробная инструкция, с которой вы можете ознакомиться. Гидроусилитель руля не вызывает каких-то нареканий. Все прекрасно, руль вращается с легкостью одним пальчиком, что очень удобно. Шкалы читаемые. Сейчас мы с вами оценим состояние фар после проведенного детейлинга. Сейчас мы с вами включим ближний, дальний. И выйдем с машинки, сейчас посмотрим. За разом слышите, как урчит двигатель. Мягенько, как ласковая кошечка, благодаря маслам ходом и использованию керамики, тоже от ходом. Геометрия кузова не изменилась. Все жестко, все по параметрам. Все установочные размеры геометрии были проведены при регулировке передних колес, развала и схождения. Закрытие багажника также остается приоритетом. Шумоизоляция салона остается на уровне Hyundai. Поэтому радует своим качеством. Ну и приемничек работает исправно. Колонки, которые встроены в двери, каждой двери, своей функциональности не потеряли. Сьомого по 12 липня. Київ, ВДНГ. Інформація та квитки на atlasweekend.com. В плане стеклоподъемника и кнопок тоже нареканий нету. Все кнопочки работают исправно. Без залипаний, без заеданий. Ручки дверей, даже блестящие элементы не облизли. Все красиво. На уровне ручка открывает, закрывает, подсветка, колонки, пластик находится на должном уровне, мягкий, внутренняя обивка мягкая.
Если понравился ролик, ставьте лайк, подписывайтесь. Если что-то хотите узнать поподробнее о каком-то блоке или агрегате автомобиля, пишите в комментариях. Вместе разберем, посмотрим, пощупаем, понюхаем, убедимся в правильности работы. Пишите, будем рады.